Я могу сказать, что вчера была первая попытка ремонтной бригады. Работали, устранили порыв, пытались подать напряжение на шины, на ору, то есть запитаться. Но попытка была неуспешная. Обнаружился еще один порыв. Сегодня в 9 часов уже логистику состыковали, бригады ремонтные опять поехали. То есть опять есть шанс, что сегодня все-таки сделают. А так в целом площадка, ситуация на площадке может не такая спокойная. Может, вы там кто-то уже слышали краем уха. Вчера в районе в 11:30 была автоматная стрельба. Это не по людям, это, скажем так, вооруженному подразделению, которое нас захватило. То ли увидели, то ли почудилось, дроны, поэтому стреляли в воздух по дронам. Стрельба была достаточно интенсивно, но никто не пострадал, уже с утра связывались с площадкой, все люди работают, поэтому не верьте фейкам, все нормально, все люди живы, здоровы, накормлены, в тепле, как это можно. Будем надеяться, что сегодня восстановят порыв еще этот на линии и напряжение подадим.